А я все чаще замечаю. Да мне как будто патроны кто-то подменил. Да-да. А 995 и не мечтаю. Минус один. Вот он. Вон по нему, да-да-да. Проходной кто-то есть, походу. У нас тут кто-то есть. Я зашел на заправку. С заднего входа. Внутри ходит. Минус один. Я у красного вагона, с той стороны. Сюда. А чё мне не перезаряжаются, я не пойму. Блять, потому что у меня магазины knife and fall. Да, справлюсь. Должен. Я подошёл с ещё главному. По крайней мере. Я... Магазин не тебе взял. Служивый на! Бля, бот. Ты сейчас вообще не к месту, конечно. Вон он, вон он, вон он! Моя. Он в комнате висит. Я знаю. Стреливаю через окна. Закрыл там его в комнате пока что. Бил. Капец, он себя впитал, я не знаю. Я внутрь зашел. С магазинами, конечно, это я-то здорово придумал. Двоечник. Двоечник, да. Двоечник в жизни, первый раз. Сто пятый. У нас глушитель на проходной и выстрелы у палатки. Выстрелы мои были на зеленом. Глушеные? Нет, просто такие громкие. Угу. Глушеные, значит, у нас на проходной, значит, от рейкера идут. Где-то там, да. Че, рашит меня? Смотри, блин. А, ну я что, парис, да? А, внутри есть! В темном. Прыгай тот. Он. А второй просто ходит. Двое как минимум. Минус один. Помочь? Да нет, пока нормально. Я через сетку прохожу в ангар за сеткой бегать. Я у проходной тут прохожу. Так что это все здание. Отвертка для квеста? Да там дофига их надо, сейчас забей. Ты обоих убил? Двоих убил кого-то. Ну давай с стороны зайду, прочекаю до твоей стороны. Мяты чисто. Фонарем иду в твою сторону, сейчас там. Угу. Зайду сейчас от старой. А вот ты здесь. А я сейчас пропрыгну через верх. Я тут. Фонарь мой, я через окно захожу. Вот,
второй этаж проверим. Поднимусь. Хорошо. Ютить вид вышел, как этот Иисус какой-то, блин. Просто без звука так раз и резко свет появляется, блин. Ого, они убили бота, и у бота были бронебойки заряжены на тоске. Я все чаще стал это видеть. Вид, ты там справляешься с деревом? А я все чаще замечаю. Там мне как будто патроны кто-то подменил. Да-да. А 995 и не мечтаю. 8551 нам заменил. Смотрю, у Вита не получилось перепрыгнуть, пошли. Да-да. Помощи вы. Держись. Не слышно ни хрена. Он за стеклами может сидеть, ты его не увидишь. Одному херово сделал, он вышел. Одного убил, один был наверху, точно. Второй этаж, да? Может быть, это он спрыгнул, но я ни хера не слышал. Второй этаж все еще. Минус. Хорошо. Дам грену туда, с правой стороны, на второй. Угу. Ты не на втором еще? Нет. Дам туда еще пару гранат, давай, профилактических. Давай. Я прохиливаюсь по максимуму. Убегаю. Так, я без рук, но я пошел. Я у еды. Я подвал чекаю. Бля, чисто. Надо темку смотреть. Подвал никого. Вторую темку надо смотреть, короче. Есть, по-моему, в темке. Может, я кого-то из вас? Короче. Не, никого. Кого? Поднимаюсь второй этаж. По балке. Давай, если что, готов с этой лестницы подпушить, надо. Чисто вроде. Да, все. Нет, не все! Блять, я минус. А где он был-то? СВД. Аккуратно. Опять сидит на этой херне? Нет, на этой херне не было. Я там специально посмотрел. Вид, где-то у нас, значит, над нами. А, чат, вы его видели? Где он был? Есть гранаты покидать? Его, а второго. На втором. Опять в темном ангаре сидят. Серьезно, блин? Не держит. Вот вам нравится там торчать. Ты на второй понял? А, тут трещало. Тихо. За общагой. Блять! Говори. Одного убил, один на шурме. Что? У меня упор, туалет. Челик это выпрыгнул с окна, он сидит под общагой. Тихо. Служивый! Блядь! Да почини ты это оружие! Штаныч, у меня он не чинит арпуз. Я бегу.
блядь. Чё, в окно вылезешь, чел? Не, сыкло. Какие там уровни сидят? 37-е? Ага. А, блядь, игру свернул. Гребаные альтабы. Спасибо за контент. Егор, спасибочки за поддержку. Все, наигрались, ребята. Наигрались. АКМ чей? АКМН. Мой. А второй АКМ. А у тебя с каким прицелом? Ты ходишь XPS 3 вот это. Они оба не мои. Они безглушители же. А. Понял. Пойдет. Меня с бедра долбит по лицу. Приятно. Ощущение кучно. Ну да, достаточно кучно. Так, чат. Что, просто сменим тайтл тогда? Ну да, да. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.